Здравствуйте! Сельская жизнь и новости с полей Казахстана в программе «Агросектор». Сельское хозяйство – наиболее перспективная отрасль для импортозамещения, в этом уверены народные избранники. А потому они предлагают внедрить новую кредитно-денежную политику, которая заставит предпринимателей иначе взглянуть на отечественную экономику и больше внимания уделять замене импортных товаров казахстанскими. Потребительская корзина казахстанцев включает в себя 60 позиций, 43 из которых приходятся на продовольственные товары. Порядка 50% этих продуктов завозится из-за рубежа. В Национальной палате предпринимателей Казахстана считают, что во избежание подорожания продуктов питания импортные товары нужно заменить отечественными аналогами. Представителям малого и среднего бизнеса в Мажилисе парламента республики рекомендуют сотрудничать с казахстанскими поставщиками сырья. Малый и средний бизнес в наших условиях, он должен все-таки ориентироваться именно на внутреннего потребителя. И здесь должен быть сработать стимул для импортозамещения. Если он будет замещать свои себестоимости именно отечественными товаропроизводителями, этот шанс надо использовать. И я думаю, бизнес – это всегда риски. И малый и средний бизнес, он будет искать ниши. Вот что, допустим, в этой себестоимости он может поставить другому предпринимателю для того, чтобы с ним вот эта импортная зависимость. По мнению экспертов, одна из перспективных отраслей для импортозамещения – сельское хозяйство. Казахстан имеет потенциал обеспечивать себя продовольствием за счет собственных ресурсов и даже выходить со своей продукцией на рынки соседних стран. К примеру, Исландия – островное государство, самодостаточно в области мясной продукции, молока, картофеля, помидоров и огурцов. Замещение продуктового импорта в этой стране привело к тому, что цены на продукты практически не выросли, несмотря на колебания курса исландской кроны. Тем временем павлодарские чиновники совместно с продовольственной корпорацией обещают сдерживать цены на товары первой необходимости в регионе. Ожидая ценовой бум, власти могут распаковать внутренний резерв овощей, подсолнечного масла, молока, мяса и прочих продуктов. А специальная комиссия расследует факт незаконного поднятия цен на товары. В управлении сельского хозяйства области рассказали, продукция из выделенного резерва будет относительно дешевая. К примеру, картофель по 65 тенге за килограмм, морковь и свекла по 50, капуста 75, а гречневая крупа 157 тенге. Обещается также, что в город завезут более 400 тонн сахара. Антимонопольщики совместно с акиматом рассылают письма оптовикам и производителям продовольственных товаров с призывом не создавать искусственное завышение цен, иначе предпринимателям может грозить солидный штраф в размере от 3 до 5% от всего монопольно полученного дохода. К тому же весь доход уйдет в казну государства. Серьезную проверку сейчас будут проводить и в отношении продавцов непродовольственных товаров, которые уже пересмотрели цены. Под нашу юрисдикцию попадает рассмотреть те объемы, которые им приобретали, и, соответственно, выявить, явилось ли их, допустим, пересмотр тарифа следствием того, что они просто в целях получение дополнительной маржи, дополнительного дохода, просто взяли и искусственно пересмотрели эти свои отпускные цены и тарифы. В лабораториях Великобритании и Германии выясняют причины гибели сайгака в Казахстане. Научная экспедиция изучила весь путь следования краснокнижных животных, после чего специалисты сделали предварительные заключения. Иностранные исследователи прошли 5 областей с юга страны до севера. По пути следования сайгаков ученые собирали пробы воды, травы и почвы. Международный координатор природоохранной инициативы Алтын Дала заявил, что по предварительным результатам причиной смерти сайгаков является так называемая геморрагическая септицемия. Это инфекция, при которой различные бактерии выделяют много токсинов. Исследователи подозревают, что переносчиками патогенных бактерий стали клещи. Между тем проводятся работы по проведению соответствующих исследований. Ожидается, что в ближайшем времени будет получено большинство результатов. Специалистам предстоит составить четкий план, чтобы предотвратить массовый падеж в следующем году. Об этом сообщают в Министерстве сельского хозяйства Казахстана. Напомним, в нашей стране в этом году наблюдался массовый падеж сайгаков. Число павших животных достигло более 134 тысяч голов. Изучать причину массовой гибели животных в Казахстане будут специалисты из разных стран, кроме которых на месте работает спецгруппа отечественных ученых. На этом пока все. С вами была программа «Агросектор». Любите землю, изучайте ее и заботьтесь о ней. И она вам ответит тем же.